В Тамбове на стадионе «Динамо» состоялся 6-й традиционный открытый турнир по боксу в память мастеров спорта Макарова и Дутова среди юношей 98-99 годов рождения. Более 100 спортсменов из соседних областей собрались на Тамбовской земле для участия в турнире. Среди победителей есть и рассказовские боксеры, воспитанники Центра единоборств имени Евгения Артюхина, тренер Андрей Шолохов. Дмитрий Белобрыкин, Сергей Дегтярев и Максим Шерстеникин провели в рамках турнира по 3 боя. Результатом стали 3 серебряные медали.